Давай. Макс, не падаем, а сползаем, сползаем. Хорошо, молодцы. Так, а теперь партнер становится, и вы между ног пролезаете. Между тут печали. Раз, раз, раз. Кто быстрее? Барлюка, Барлюка, как раз придешь служить. Давай. Далеко не остановись, не надо далеко. Раз и встал, раз и встал. Так, я тебя накажу. Тебе второе замечание. Пошел за таблеткой. Пошел таблетку брать для тебя. Раз, и подвиньте сюда. Почему еще раз? Хорошо. Пошли на руках. Да, первый берет за ноги. Чтобы я не прижался, видите, он упирается руками. Вот сюда упирается, не дает. Он
Я сижу с тобой любой. Сам думал, что раз, руки не убираешь. Просто чуть-чуть с одни и тебе. Раз, перехожу и сажусь на болевой. Руки вверх. Держи. Вот так. Держать нужно ногами здесь и здесь. Вот раз, два. Одной рукой вы фиксируете. Фиксируете или правой, или левой. Держи вот так. Для того, чтобы локоть не ушел туда, чтобы он не повернулся и убежал. Вторая рука здесь. Во время борьбы, конечно, вы будете стараться выпрямлять. Но захват за пальцы, команда мате и шида. То есть вы не имеете права ломать здесь, хватать за пальцы, крутить руки. Значит, одной рукой вы держите, второй рукой вы стараетесь то вытащить. Но сейчас наша главная задача четко научиться садиться на волевой. Посмотрите, видите, как я сел, да, держу. Раз, пяточки опустил, то есть руку здесь держу, здесь. Дальше я отпускаю, ложусь, хоп, и ты садишься. Ручки держу на дверь. Зачем ты встаешь? Отсюда ноги перекинул и сел. Садись. Поднимаешь ноги, садись. Ашизация. Блин. Ну сядь на жопу. Но ноги перекинь сюда и возьми, сядь. И чё я? Ну. Оп. Посмотрите. Раз. Все. Четко сел, да? Я считаю. Раз. Два. Ты что делаешь? Отпускаешь. Ставишь ножки сюда. Ложишься. Ручки вверх. Спасибо. И я отсюда перехожу. Руки спины вверх. И я отсюда перехожу. Зафиксировал. Раз. Два. Отпускай, теперь ты ложишься. Оп, на болевой. Раз, два. И можно не так, можно вот просто чуть-чуть придержать, чтобы ручки не расходились. Раз, две-три секунды. Оп. Все, раз, ушел. Я поворачиваюсь, ручки вверх и четко сажусь. Мне нужно, чтобы вы правильно сели. Чтобы вы правильно сели. А потом уже будем делать переходы. Понятно, да? Так как я сказал, разбились. Вперед. Саша туда. Ливер Максим туда. Диана, да, сюда. Андрюха там. Вы здесь. И Андрей здесь в центре. Хорошо, пошли. Пошли. Болевой. Сашенька, чем-то, пожалуйста. Чем-то. Катевицкий, чем-то, пожалуйста. Сюда. Пожалуйста. Все. Все. Ложись, давай, давай, делай, делай, делай. Садись на болевой. Ашизацию. Сел. Вот так. Вот. Не надо ложиться. Считай. Раз, два, три. И ложись. Да не надо уходить, просто перекинь ножки, поставь и все. Так. Саша, ручки надо держать, не отпускать. Ну, меняйте, раскрываю. Наоборот, ноги туда, наоборот, сюда. Руки держи, держи руки, цени. Ты цени, не он, а ты. 2-3 секунды баскетбол. 2-3 секунды баскетбол. Цени, хорошо. Мате, Артур ко мне. Артур ложится. Дает мне ложись. Я захватываю. Руку ручки держит. Теперь моя задача. Чуть-чуть садись. Моя задача удержать. А он должен уйти. Я его должен удержать. Поэтому вы что делаете?
вот эту ближнюю руку, согните ему. Хоп. Видите, можете так взять, можете положить сюда. Уходи, хаджима. И моя задача удержать его. Уходи, уходи. Давай. То есть... Вот это. Вот это. То есть, ну, вы держите. Я вам просто показал, что надо еще и ногами держать хорошо. Итак, первый номер держит, второй уходит. Девочка, отсюда черт. Ну, хорошо, ладно. Готовы? Хаджина. Первый номер. Держит, второй уходит. Хаджина, уже уходит. Правильно, что тебе уже ушел, пока ты будешь полчаса. Давай. Вот это. Черт, Раиша. Раиша. Баскетбол, второй номер держит. Матэ, второй номер. Ну? Готовы? Хаджины? Уходи. Ну, держи его, держи. Все, поменяемся. Матэ, поменялись. Вы в бою. Перейдите вон туда. Вы в бою. Перейдите вон туда. Так. Матэ. Поменялись. Дима, сейчас ты руку отдаешь. Ты держи ее. Поменялись. Приготовились. Хаджина. Первый уходит. Второй делает. Матэ. Поменялись. Приготовились по команде. Уходим. Готовы? Да. Хаджины. Уходим. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Я не ушла. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Матэ. Андрей ушел. Итак, ушла только я и Андрей. Поменялись. Ты уже опоздал. Приготовились. Макс. Чуть-чуть назад. Назад посередине. Приготовились. Взяли захват. Ручки согните, кто уходит. Ручки согните и держите. Не отпускайте. Хаджины. Раз. Два. Три. Что же вы делаете? Четыре. Пять. Отойдите. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Матэ. Не ушел. Все ушли, кроме Макса. Поменялись. Поменялись. Слушайте внимательно, Матэ. Посмотрите внимательно. Если вы на волейбол, вы имеете право его оторвать от ковра, вы имеете право бросать. Бросать сверху нельзя. Вы можете положить его или просто держать. Бить можно только... Даже по боевому самбо нельзя так делать. Нет, так, там есть спортивное самбо и боевое. Вот спортивное нельзя, а боевое можно. Приготовились. То есть бросать противника нельзя вам сразу. Вот под джиу-джитсу греплингу сразу концовку маты, дисквалификация. Внимание! Че? Входим. Яша. Держи, Макс. Семь. Восемь, девять, Матэ, ушел Андрей, и все. А что ты лежишь там? Что ты лежишь? Не мог уйти? Поменялись, последний раз, смотрим. Готовы, да? Один, раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Матэ, что? Да, он так может этот Матэ. Все Матэ. Отпускай. Отпускай. Кто? Значит, смотрите. Семя. Джиу-джитсу. Один залез на болевой. Второй встал. А он висит.
Тот взял, и он бросил. То есть сразу дисквалификация. Это у нас один матч. И стал вторым для республики. Но мы просто не знали. А второй раз боролся уже Влад. Боролся. И он, да, и он раз зацепился туда. И Спарта, тот его поднимает. У нас как каждый год раньше было. Если я поднял партнера, одна в 2 секунды команда Мате звучит. А сейчас смотрит, если я ничего не могу сделать, то Мате. А в принципе разрешает даже стойки делать болевой, например, удушающий. То есть я со стойки встаю, я себя считаю, раз, два, три, и говорит, Мате. А если делать болевой, то считается. Так под джиу-джитсу что получается? Он залез на него, он его... А он держится. И руки у него хоп, и болевой сделали. Значит, что мы сейчас делаем? А сейчас наоборот. Католический, да? Католический, да? Диана сюда. Значит, что нужно делать? А сейчас Артур ко мне. Я лежу, Артур лежит, а моя задача сделать ему болевой. Ложись. Значит, что? Я взял захват. На болевой. Сел. Ножки скрестил, прижал его к себе. Если вот так будет держать, ему сразу сделаю болевой. Значит, нужно как держаться? Тебе можно держаться. Так. Можешь так держаться. Или так. За куртку пока держаться не надо. Будем держаться так и так. А уже потом я вам покажу. Значит, вот так. Вот, если он так держится, обязательно держите, смотрите что, локоть, локоть, иначе он убежит. Дальше. Вторая рука, видите, кисть, вот куда идет, раз, можно отсюда взять, хоп, и потащить, держи. Отсюда, раз, чуть-чуть в сторону, не сразу на себя, а чуть в сторону, и потом на себя. Единственное, что не делайте рывок сильный, чтобы не травмировать, просто чуть-чуть выпрямите руку и держите 5 секунд. Еще второй. Вот он держит. Мне не хватает сил. Что нужно делать? Этой рукой я держу. Держи хорошо, так пожестче. А второй рукой беру за локоть. И ты сюда потащил. Хоп. Значит, еще раз. Вот мы захват держим. Обязательно локоть в сторону на себя. Если не получается, то здесь не оставляем захваты, чуть-чуть ручки выпрямляем. Хоп. И делаем так. Попробовали. Сейчас вы не боретесь. Иди к даму. Католицкий перешел сюда. Значит, сейчас вы просто пробуете. Один держит, а второй старается сделать болевой. Но когда рука прямая, резко не дергает, чтобы не травмировать. Вот. Первый защищается, второй старается сделать болевой. Что ты лег? Я что, лежал? Что? А почему ты руки не держишь? Держи руки жестче. Не давай ему делать. Прижми их к себе. Согни. Вот так. Стоп. Хорошо. Еще раз. Резко не дергаем. Пробуем. Жестко руки свои держит. Мате, поменялись. И еще. Вы отсюда можете ногой раз упереться в руку, ногой не разрешается, ни по самой, ни сюда. Только боевой раздел. Меняемся. Второй нам отдел. Рука. Вот, молодцы. Вот. Макс, отпускаешь. Похлопал 3 раза, отпускаешь. Меняемся. Даете захват, потом защищаетесь. Не забываем хлопать, рукавчик. 3 раза быстренько, раз-раз, кричать можно, влево. Хорошо, Мате, Артур сюда.
Ну и последнее. Здесь вы помогаете друг другу. Ложись лицом, ложись на спину туда, к ним. Разверни голову сюда. Значит что? Смотри, садимся. Вот сюда, сюда. О, значит, что моя задача? Перейти на болевой. Его задача. Скинуть мои ноги, перейти на болевой. Мах. Да. Значит что? Ставлю ногу. Держи хорошо ногу. Отсюда ставлю ногу. Отсюда. Раз, перешел. Что ты делаешь? Ты мои ноги убираешь в любую сторону. Нет, нет, нет. Туда скидываешь. Раз. Видите, рука остается. Уходишь на колени. И я ложусь. Хоп, садишься на болевой. Раз. Нет, садишься ко мне сюда. Садишься ко мне сюда. Садишься. Раз. Дальше. Ставишь ногу сюда, к голове. Хоп, и садишься на болевой. И на болевой садишься. Раз, два. Видите, он сел. Ноги. Вот. Теперь что я делаю? Теперь я беру ноги, скидываю в сторону головы. Раз. И перехожу сюда. Он ложится. Оп, сел. Сел. Вот они ручки. Значит, эту ручку ставлю, перехожу на болевой. Да что своими руками? Держи чуть-чуть. Вот эту руку. Что ты разбил? Разбрасывай. Держи ее чуть-чуть. Ну, держи чуть-чуть. Раз, два. Сел. Берешь вот этой рукой. Бросаешь ноги к голове. Оп. И переходишь. Садишься на колени. Пошел, 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 пошел. И садишься сверху. Раз, два. Дальше. Ставишь ногу любую. Хоп, и садишься на болевой. Я ему помогаю. Раз, два. Одну руку я держу, чтобы он мне не сделал. Второй свободной рукой я беру ноги. Чуть-чуть придержу тоже. Отсюда скину. Хоп. Дальше что? Сажусь. Хоп. И захожу сверху. Сел. Держи руку. Раз, два. Хоп. Что? Вот этой рукой ты уже должен выбирать мои ноги. Раз, убрал, видите, скинул, заходит сюда, хоп, я его отпускаю, садится на болевую отсюда, пошел на болевую, с другой стороны, хоп, сел, посмотрите внимательно, вот эту руку я должен жестко держать, а вот это тогда смотрите внимательно, раз, хоп, да, отсюда перехожу, сажусь сверху, оп, и ставлю ножку. Раз, раз. Вот эту жестко держи, а эту руку вытаскивай. Тебе же надо. Оп. И обратно. Пошли. Попробовали. Первый номер садится на нулевой. Второй номер скидывает ноги. Дальней рукой за ноги скидывай. Скидывай с головы. Садиться на колени сверху. Яна, руки вверх. Вверх руки. Садись на болевой. Оп. Нет, нет, Яна, другую ножку. Другую ножку. Раз. Уходит. Так нет. На колени к нему. Нет его, к нему. Садись сверху. Ошибаться. Сверху садись. На него садись. Вот. Руки вверх. Матэ. Еще раз, когда Диана ушла, все, я руки вот так держу. Когда она села на болевой, если с этой стороны, я эту руку чуть-чуть напряг, чтобы... А вторая рука уходит у меня, чтобы я мог ноги сбросить. Пошли. А ну-ка, кого лучше получится? На болевой. Сел. Ну, свободной рукой скидывали. Оп. Переходи на него, делай удержание. Не садись на ноги. Встал на ноги, он ушел. Оп. Скидывай ноги. В сторону головы. Садись на колени. Ошибаться. Оп, оп. Переходи на удержание. Вот. Так. Матэ. Эй, церань моя, иди сюда. Матэ. Посмотри, не так, садись, иди сюда, иди сюда, да, сядь на болевой, ошибаться. Посмотрите, сядь, не ложись, вот он держит,
Этой рукой не двумя держите, одной. Держи хорошо. Посмотрите. Рука. Рука. Сюда. И в сторону. Посмотрите, убираю. Вот куда убираю. Вот. Дальше. Эй. Дальше я перехожу сюда. На удержание. Сажусь сверху. Что вы не летом? Эй. Пошел подушки принести еще. Держи хорошо руку. Подставил ножку и перехожу на болевой. Если я с этой стороны сажусь, значит этой согни и хорошо держи. А этой рукой убираешь и ноги мои убираешь в сторону. А ну пошли. Хай. Сядь на нее. Оп. Оп. И пошел. Оп. Стоп. Диана, еще раз, смотрите, вы поставили руки, он перешел на болевой, если у вас руки прямые, он делает болевой, вы ничего сделать не можете. На эту руку он садится, значит, согните ее и держите, чтобы он не мог сделать, а это скидываете. Хаджина. Так. Вот, Макс, Макс, переходи на удержание. Покажи удержание, тогда он поставит руки. Лира, а что у тебя с той рукой? Ручку согни. Яна, руку не отпускай, иначе он вообще убежит. Держи руки, держи руки, держи. Ну. Так ты что ж ты отпускаешь? Ты же держи ручку его. Отойди, Катерина, отойди, отойди, Катерина, отойди, отойди! А ну еще раз. Так, Диана взяла за то. Делай болевой. Делай болевой. Так что ты отпустила? Показывай болевой. Или сдавайся, или уходи. А что ты ее отпустил руку? Руку надо держать. Янчик, если так будешь садиться на волевой, он же убежит от тебя. Так. Брасывай ногу. Тащи ногу. Брасывай ногу. А, все, молодец. Вот так. Потому что сразу надо. Раз. Делай волевой, мой католист. Держи его ногу. Делай волевой. Брасывай, брасывай ноги, уходи. Давай, давай. Голову утаскивай. Вот, выходи на него. Иди, иди на него. Вот, 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 вот. Вот. Тимофей, Матвей, сюда пошел. Так. Мак, что ты? Вот так, не держи. Николай, как ты хочешь? Нет, Лива, как ты хочешь сесть, у тебя рука прямая. Это же болевой. Катавицкий, правильно, молодец. Только ты его просто так не отпускай. Держи его. Смотри, не так, он не слышит. Хорошо, Мате. Так, Катавицкий, Мате. Иди делай даму. Диана, делай ему. Катавицкий, туда. Итак, приготовились. Лилю делает удержание. Все сверху. Макс, ложись. Сверху, сверху. Я кому сел сверху. Саша, сел на Артура сверху. Сел, 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 сел. Значит, ваша задача
делать удержание. Нижний, ваша задача упираться, упираться, потом раз, перевернуться на живот, убежать. Понятно? А ваша задача, что? Да, твоя задача, да, твоя задача. Сделать удержание. Если он будет уходить, тогда сделаешь болевое. Сделать удержание. Встань на два колена. На два колена. Женой, должен. Асаихоми. Уходит, делаешь болевой. Приготовились. Хаджина. Уходи, Николай. Все, ушел. Мате. Мате, поменялись. Делаем удержание. А если не получается... Эй, на два колена сядь. Делай удержание сначала. Уходи, делай... Мак, команда, сядь. Сядь. Приготовили. Хаджина. Делаем удержание. Делаем болевой. Душу его. Все, отдавай. Мате, баскетбол. Посмотрите. Еще раз. Соперник не уходит, делайте удержание. Соперник уходит, делайте болевой. Соперник ушел, лег на живот, делайте удушающий. Приготовились. Как ты садишься? На колени все. Джек! Душа его. Садись на болевой. Слушай, потом садись на болевой. Мате! Мате! Поменялись. Смотрите. Делаем удержание. Он уходит. Делаем болевой. Ушел. Делаем удушающий. Ложится на бок. Делаем болевой. На спину. Удержание. Вам 15 секунд. Ты делай сразу, потому что он не уйдет, и ты все, и он тебя скинет. Удержание сначала. Хаджин! Ну а дальше садись, а не делай удушающий. Уже поздно. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Матея! Поменяли. Что? Что? Удержание? Нет. Болевой? Нет. Удушающий? Нет. Так, по команде Сона Мама. Не двигаемся. Сона Мама. Есть такая команда. Дзюдо. Вы боретесь. Судье непонятно. Есть удушающий? Нет. Или еще какой-то причине, например. Кровь идет. Он говорит, Сона Мама. Оба не двигаются. Потому что если один из вас двигается, он просто стойку поднимает, дает замечание тебе. Обычно тому, кто, если нижний двигается, тому шида и обратно ставит. По команде через 10 секунд, а я смотрю, кто выигрывает, кто проигрывает. Внимание! Джек! Держи руку теперь, души его. Держи ногами, души. 7, 8, 9. Стоп! Кто на мама? И двигаться. Ушел. Так, значит, здесь лежи. Стоп, вот так руку отпусти. Руку назад сюда нельзя. Сразу должен отпустить. Все, здесь нет. Саша прижался? Что ты ушел? Что на мама не двигается? Ты не прижался, значит, удержания нет. Ничего нет, пришел. Так, здесь. Макс уходил, ты делал. Вот такой ногами нужно держать голову. Да, он не идет. Хорошо, берет. Здесь, отойди в сторону. Стоп! Тебе ложись на живот и поворачивайся в ту сторону. На живот. Ну, ну! Поворачивайся. Ну, в другую сторону. Еще. Стоп, не делай болевой. Просто поворачивайся еще раз. Ну. Инвес, инвес, хоп, стоп, вот так ты должен сделать, тогда голова вниз, и ты его держишь, если ты поворачиваешься, поворачиваешься в эту сторону, разворачиваешься, в
то здесь он просто встает в стойку. Мате, поменялись, приготовились. За удержание 10 очков, за болевой 5, за удушающий 3. Джек! 5, 6, 7, 8, 9. Тонна! И двигаться. Диана молодец, улица. Ушла. Так, непонятно, то ли что ты хотел. Видишь, не удержание, то есть типа любого до конца. Ближе надо было удержание делать. Мате, Макс хорошо держит. Ты хорошо встал даже на массу, можно было. Молодцы, оба. Так, Сашуня, ты что с руками у тебя? Почему вот этой рукой ты не скидываешь ноги? Поворачиваться надо. То есть вот он держит, а ты должен разворачиваться. Или в ту сторону. Правильно он держит. Мате, здесь ушел. Поменялись. Приготовились. Нет, Диана, встань. Встань. Иди сюда ко мне. Готовы? Ну вы готовы или нет? Саша, молодец. Ну, Диана, скажем, наполовину. Поменялись. Команда Хаджиме, Артур. Вы бестолковый, блин. Ну, Артур, ты бестолковый, блин. Мате? Макс, Япон. Катавицкий, Япон. Япон! Николай тоже молодец. Артур? Мозгов нет. Сюда. Иди сюда, Артур. Садись. Вот смотрите, что делает Артур. Иди сюда, Артур. Где? Садись на меня. Первое. Вот вместо того. Эй, вот сюда все сели. Мальчики, перешли сюда, боятся. Сюда. Еще раз. Легче всего сделать удержание. А потом уже болевую удушающую. А вот что делает. То есть я лежу, он мне садится. Хочет на болевой сидеть. Он нифига никогда не сделает. Я просто руки опускаю, ты уже никогда ничего не сделаешь. Ты меня отпускаешь, садишься на болевой. То есть, вывод. Не получится. Сладкий еще спасибо скажешь. Ну, да. Готов? Делаешь сначала что? Удержание? Потом болевой удушаешь, да? Готов? Ну, давай, приготовься. То удержание, ногу на колено надо поставить. Удержание. Ну, наклониться надо. Да? Так не надо болевой, сначала удержание делай. Удержание. Все, я стараюсь уйти. Что ты падаешь? Ты держи, делай удержание. Так удержание нет еще, ты же не прижался ко мне. Видишь, я тебя держу. Вот. Ну, болевой, давай. Оп. Еще раз. Ну, сюда. Давай. Вот, правильно. Сначала удержали. Хорошо. Так, удержания нет, я тебе не даю прижаться. Хорошо. Ножку поднял. Еще лучше. Вот, видишь, ножку поднял. Ногу поднял, я просунул руку и ушел. Еще легче. Еще раз.
если ты видишь, что соперник уходит, тогда ставишь ногу так и делаешь болевой. А потом, ты же смотри, куда он уходит. Ты ставишь ногу, а он сюда же уходит, тебе неудобно. Не спеши делать, что? Болевой. Сначала прижмись, сделай удержание. А ты хочешь так, как тебе удобно. А если Саша заходит, ему так не нравится. Так Саша может не уходить, ты захочешь болевой сделать, а он будет лежать и все. И будет очень тяжело. Так, все, встали. Встали. Так, Саша, Артур, сюда. Становитесь здесь. Вдвоем. Марс, сюда. Марс, сюда. Быстрее, 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 время идет, Лили. Лили, давай. Да, сюда. Да, быстрее. Хай, хай. По парам становимся. Где твоя пара? Вы туда, а вы сюда. Вот так, все, становишься. Я тебя толкаю, делаю страховку назад. Оп, и встаешь. И его толкаю. Пошли страховку назад. Ты когда падаешь, посмотри, вдруг сзади. Вдруг сзади. Серега! Еще сильнее! Только назад падаем. Назад, назад. Страховка назад. Сильнее толкаем. Сильнее, чтоб летел. Андрей, сильнее толкаем. Артем. Артем поворачивается, делает кувырок. Спину. Диана поворачивай. Не надо со своего. Аккуратно толкай. Диана, ты. Молодец. Ну-ка, сильнее его толкай. Вот так, молодцы. А теперь боком становимся. Боком толкайте, делайте кувырок в сторону. Боком. Не спиная, бок. Ну, резко повезли. Меня. Хорошо. Молодцы. Смотри, вот эти три пары. Ум, два, три. Ашизация. Юрица. Пусть они побегут. Раз, два, три, четыре, пойдут, покачают. Я тоже хочу играть. Тренер, можно? Тренер, можно я сейчас? Тренер, можно я сейчас? Можно я тоже сейчас? Так, да. Можно? Да. Яна, сюда. Thank you.
5 секунд держать пенку. Пас. Топ. Окей. Посмотрите внимательно. Вот команда. Раз, два, три. Значит, Николай, сюда смотришь. Смотришь сюда, сюда. Мячик отскочил. Вы не имеете права отсюда забивать. Вы должны отдать пас. А забивать можно с этого желтого, с того желтого. Вот с этого синего, с этого. То есть вот здесь. Два мата так же, как и у вас. Потому что если вы отсюда начнете кидать, вы ударите друг друга. Поэтому отсюда я запрещаю. Пальчик. Пасоваться. Счет. 1-1. 1-1. 5 секунд держать мячик и пасоваться. 2-1. Без ног. Стоп. Смотри. Посмотрите. Сядьте, все сюда сели. Все сюда сели. Вот сюда. Ближе, ближе, ближе. Вот сюда сели. Татами, на татами. Дальше. Ближе, ближе, ближе. Вот сюда. Посмотрите внимательно сюда. Какие могут быть ошибки? Первое. Вы подбегаете, становитесь. И кидаете, да, отсюда. Сзади бежит. Один, два или три. И вас толкает в спину, вы туда улетаете. Еще раз. Нельзя вот так становиться и кидать. Почему? Потому что сзади толкнут дальше. Летишь головой, руками. Как нужно бросать? Еще раз показываю. Бежишь с мячом, смотри. Оп, раз. Вы уже стоите боком. Спину не толкнут. Бросок сделали? Сделали. Вас толкнули? Вы опять встали. Еще раз показываю. Бежите, должны встать. Раз, боком. Сделать бросок. Еще раз показываю тебе. Вот кто меня не слушает, а кто обязательно это делает. Бежишь? Раз, боком. И бросок. Понятно, да? Ногами не играем. Отсюда. Там только защитники играют. Поверили. Отживаем. Он сзади есть. Зачем ему кидать, когда он сзади стоит? Не бросаем. Через Диану. Только через Диану, потом нет. Можно забрасывать. Нет. Отбрось, Андрей. Убежал пас. Пас. Стоп, Мате, сели там, сели, сели, Николай, стоп, иди ко мне с мячом, дай Николаю мяч, не бросай, не бросай, отдай, встань туда, пожалуйста, туда встань, стоп, еще раз, вы открылись, хотите получить, чтобы он вам дал мяч, куда он будет бросать, там где у вас руки, вниз, поэтому для чего руки у вас, покажите сюда, и он знает, что будет. Вот сюда надо бросать. Покажите сюда. Теперь. Да, встань сюда. Встань к нему лицом. Теперь посмотрите. А, встань назад. Назад, встань. Вот ты хочешь, да, надать пас. Дальше, чуть-чуть, назад. Стоп. Я стою здесь. Что делает Коля? Правильно, стоп. Две вещи нужно. Или, да.
туда. Или же ты уходишь туда-сюда. Правильно? Ты можешь показать, что ты уходишь сюда. Покажи, что уходишь. Я смещаю. Оп. И тогда идет пад. Встань сюда. Но ни в коем случае. Стоп. Смотришь на меня, да? Я же тебе буду давать. Ни в коем случае вот так не бросать мячик. Вот так. Мячик летит долго. Он поворачивается, бежит на него. Дальше Катавицкий бежит на него. И он, и все втроем на одного Дана. И все ударяются, все шишки имеют. Чтоб я не видел. Это первое. Пас не через партнера. Если партнер стоит... кинь мяч, кидай. Еще раз, ставь. Если партнер стоит сзади, это неправильно. Он должен стоять. Иди сюда, Катавицкий. Встань вот сюда. Вот так, стоп. Он не имеет права так стоять. Стой на месте. Он обязательно должен встать между игроками. Вот когда между, я могу сюда показать. Раз, и никто не достанет. Понятно? Все, приготовились. А у нас есть эго. Всегда. Уже поздно. Пожалуйста. Готовы? Начали. Между игроками. Что ты стоишь сзади? Я зашла. И какая защита? Нет защитников. Вот, сам. Ой, красиво. Диана, открывайся. Через Диану играть. Не считается, только через Диану. Открывайся, Диана. Окей. Так. Дай-ка мне пояс от тебя ударить. Дай пояс. Быстрее. Хай, меня. Ты как дал пас сейчас? Через партнера. Через партнера. Лапу чуть не сбил. Этот чуть не на нее. Вставай, все, ты сидишь. Почему ты так пас дал? Диана, почему ты стоишь за спиной у них? Почему ты не открываешься? Ты неправильно встала. Он неправильно встал. Сейчас бы на тебя кто-то упал коленом в глаз. Ты понял свою ошибку? Еще раз. Отошли назад. Готовы? Че? Встали сюда. Встали сюда. Подожди. Значит, еще одна ошибка. Ты бежишь к партнеру. Партнеру. Раз и бросаешь. Что ты делаешь? Ты бежишь к партнеру. Раз ему бросаешь. Конечно, будет тяжело. Партнер, что ты должен делать? Уйти с дороги. Ну, есть. Можно уйти с дороги. А можно, например, Катавицкий. Стой на месте, стой на месте. Забери у него мяч. Забери, забери. Катавицкий забирает. Видите, я его блокирую. Я его не бью, ничего, просто не даю подойти. Вот ты должен был что сделать? Блокировать просто. Возможно, чтобы он убежал. Мате! Отойди в сторону. Готовы? Дальше. Диана открыться не в цель. Кто? Не двигаться! Диана, посмотри за ним. Видишь, он на тебя нападет. Он нападет. И он. Почему тебе должен уйти вот сюда? Почему тебе туда не уйти? Почему ты стоишь прямо в центре? Отсюда. Ты не взял, да нет! Молодец, у пас. Пойди. Стоп! Стоп, не двигаться. Не двигаться. Вот посмотрите. Андрей поймал мяч. Поймал мяч. На него бросается, и он просто куда? Мишку бросит. Встань сюда, Андрей. Что нужно было сделать Андрей? Он говорит, пас. Ты должен смотреть внимательно. Встань сюда. Вот. Вы сейчас ничего не делаете. Держи мяч. Посмотрите, я прошу Диану мяч. Она мне кинет мяч. Но я должен сразу знать. Вот мой партнер стоит. Держи мяч. Кидай, Диана. Смотрите, я сразу кинул раз и сразу поймал. Почему? Я сразу смотрю. Кольцо, он, она. То есть я взял мяч, и только он ко мне побежал, я сразу раз пас отдал. Заранее смотреть, кому отдавать. Заранее. Не схватил мяч, а потом кого отдавать. А смотришь, там стоит здесь, может быть там стоит, там. Раз, хоп, и туда сразу. Хорошо? Пошли. Заранее смотреть.
Открывается Диана. Диана! Это тебе повезло просто. Без гроша уже. Что? Что это за пас? Это колечко. Смотри, вот держи, что это за пас? Берешь, значит, раз показал туда, оп, то есть от плеча, раз, мягко должно быть, кинул. А если он побежал? Держи. Чего? Вот, пас! Вот, молодцы, вот хорошо. Диана, руки, руки, Диана! Пас обратно! Вот, молодец! Еще раз руки держи, отойди! Диана, готовься! Без ног! Диана, в центре не стоп! Стоп! Ладно, стоп! Значит, еще, посмотрите, если я стою здесь, вот там кольцо, мне дают мяч, смотри, раз, два, три бросают, так они меня сразу сожрут. Здравствуйте. Еще раз, Диана, ты должна смотреть на него и на кольцо, ты должна видеть. Взяла мяч и сразу бросила, на него, посмотри, тебе кольцо не видно, иди сюда. Вот смотри, если ты на него смотришь, тебе кольцо не видно. Иди назад. Иди назад. Видно кольцо? Покажи рукой кольцо. Покажи на него. Вот. Так, стоп. Кидай. Держи. Не кидай дядя мяч. Раз. Сразу кидай туда. Видишь? Тебе ничего даже не надо делать. А ты стоишь здесь. Пытаешь мяч, поворачиваешься. Он тебя начинает толкать. Хорошо. Пошли. Правильно. Помогай, помогай. Возьмем выручалочку. Хорошо, стоп, окей. Мячик туда. Построились. А вы же пошли. И все копи. Подровняли. Подровняли. Вывод. Для того, чтобы играть, нужно учиться. Когда будет интересно. Знаешь, что нужно делать? То есть у тебя должен быть план, что нужно делать. А если будешь думать во время игры, это поздно. Во-первых, ты уже должен сразу раз между игроками встать. Раз. Ты уже должен знать, когда бросать, когда пас давать, когда немножечко прикрыть. Тогда интересно. Так, вам. Раз, два и Андрей. Туда. По 30 раз. Вы сюда. Пошли 30 раз. Хорошо, вот туда. Все, подтягивание. Вон туда, на середину. Каждый по 30, да? Каждый по 30. Так. Взяли, Саша, и там по 30 раз сделали. Саша, Артур. Тридцать раз, пошли. Артур, быстрее, бегом. Бегом. Али, давайте. Артур, быстрее, ой. Ты такой взрослый, у тебя так долго доходит. Такой классный пацан, ну. Давай, пошел, Артур, пошел. Самый сильный, самый красивый, здоровый. Но глупый. Ну-ка. Пацан,
Макс. Чупчик,
Смупчик. Красавчик. Ну, он учиться, наверное, любит учиться. Да-да. Еще тот. Таких дурачков пришел, это я офигеть. Нет, Макс, тебе не понятно. Иди сюда, надо перед тренировкой. Сейчас я покажу тебе. Ну, вниз. Но он серьезный. Смотри. Когда работаешь, все, прыгай. Аста, ты когда работаешь, то ты лицо красное. Поэтому, когда придешь, я тебе сделаю. Это нормально. Так, сколько времени? А, 5 минут еще у вас есть. Готовьте свои задницы. Да, Владимир? Надо их качать, чтобы готовить. А, качать надо. Ну тогда клизму.